Запрещенную тонировку определяют не только на глаз, но и специальным прибором. Штраф за нарушение 500 рублей. Повторное нарушение наказывается гораздо строже. В городе уже есть случаи рецидива. Была остановлена автомашина под управлением молодого человека 91 года рождения, который управлял автомашиной с тонированными стеклами. При составлении административного протокола выяснилось, что на данного водителя выписано требование прекращения противоправных действий. То есть до этого он привлекался по данной той же статье. За повторное нарушение мировой суд вынес любителю тонировки приговор лишения свободы на 5 суток. Рейд по борьбе с тонировкой будет проходить в течение месяца во всех районах города. Татьяна Баловнева, Константин Белов. Наше время.